Добрый день, дорогие друзья и посетители канала. Сегодня у меня чудесная возможность поговорить непосредственно с автором той книги, которую я цитировал буквально несколько дней назад. Это уважаемый Оник Кардаш. Он очень так открытый человек, очень любезно согласился поговорить. Я думаю, что если даст Бог, у нас будет еще с ним встреча. Но сегодня у нас такая пробная беседа. Барев дзес сирели Оник. Здравствуйте, дорогой Оник. Я очень рад, что вы согласились на беседу. Хотя мой армянский не очень, но я попытаюсь задать вам вопросы. И надеюсь получить ответы. Надеюсь на хорошую беседу и время. As they say, Arap erengesen, inshallah. 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 Как по-арабски говорят иншаллах. Вы родились в Ливане в каком году? В 41-м году. А ваши родители родились в Турции? Да, в Турции. Где в Турции? Эверек. Возле Кесарии. Киликия. Там два села было. В расстоянии 5 секунд друг от друга. С незапамятных времен никто не женился и не выходил замуж там, между двумя этими армянскими селами. Мои родители были первыми. Первый раз. Что, была какая-то вражда? Ты знаешь ведь, что армянам враг не нужен. Ванские обманщики, сосунские дураки. Свои ярлыки мы навесили на всех. Да, я знаю, что это такое. Я скажу интересную вещь. Всегда этот пример приходит, разница между евреями и армянами. Евреи работают сообща, как стая, все вместе. А армяне, будучи горными, действуют по отдельности. Разница в том, что куда закинешь армянина в мире, он будет нормально действовать. Разделение сильное, армяне не могут совместно работать. Это очевидно. Как говорят об армянах, один мало, а два много. Да, так. Это состояние нации, и от этого нет избавления. Ты принимаешь это? И ты такой, какой ты есть. За последние годы я отправил на анализ слюну проверить мой генетический код в разные места, в 4 места. Все 4 вернулись, и один от другого отличаются. Я посмотрел... Посмотрел свою историю. 24 народности пришли на эту землю и распространили свое семя, так сказать. В моем генетическом коде присутствуют 24 мировые культуры. Монголия, христианские страны, отовсюду. Они приходили, брали жен, неважно. Я все... Это все они. А вы когда-нибудь слышали о Хаюгене? Об армянском гене? Армянские гены. Это так комично называют националистов и фанатиков.
фанатик people, you know. Патриотик, too much патриотик. Слишком патриотов. Что такое слишком патриоты? Мы живем в 21 веке. Какой может быть национализм? Это та тема, о которой даже не стоит говорить. Потому что если ты все еще думаешь, что турки нападут, армяне пойдут, а храбрым в Артане, все еще будешь рассказывать, это безумие, это сумасшествие, все уже прошло. У нас сейчас такие всемирные проблемы, намного более. По вашему мнению, я попытаюсь раскрыть свой вопрос. Когда я бежал в Армению, приехал туда как армянин. Мать еще раньше в Баку поменяла мою еврейскую фамилию отца на свою армянскую. Я приехал в Ереван как армянин. Мы скрывали, что отец еврей, так как мы знали, что Армения моноэтническая страна. Моя мама, будучи ереванской армянкой, знала это. Она ранее просто жила в Баку. Там она встретила моего отца. Yes, as a result, you can see. И результат перед вами. Несколько месяцев назад я создал канал в Ютубе. Это некая такая моя попытка понять, что произошло с моей семьей. Что произошло со мной, с людьми, с бакинскими армянами. Моя мать владела армянским языком. Мы общались с армянами постоянно. Мои родители были в разводе, и я вырос с матерью. Наш город Баку был интернациональным городом. Никогда ни у кого не возникал вопрос, чтобы кто-то кого-то спрашивал, кто какой национальности. Такого не было в Баку. А в Ереване было наоборот. Не знаю, насколько вы знаете об этом, но думаю, вы знаете об этом очень хорошо. Две страны в одно и то же время, в одном и том же Советском Союзе, но по какой-то причине такая разница между Арменией и Азербайджаном. Ментальность и подходы к этим темам разные, к темам национальным, национальности. В одной стране много национальностей, мультинациональная страна. И в том же регионе другая страна, Армения, в большей степени мононациональная страна. В чем причина? Может быть, много объяснений тому, не знаю. Я приехал в Армению как армянин, как беженец. У меня, по идее, была возможность стать армянином, быть армянином. Но этого не произошло никогда. Что я пытаюсь сказать вам? Очень много бакинских армян, их большинство, они приехали в Армению как беженцы. Но они покинули ее, уехали из Армении. Очень мало тех из них, кто продолжает там жить. Мой вопрос, он вопрос об ассоциации. Я не хотел бы ассоциировать себя с армянским народом. И у меня для этого есть свои причины. Я столкнулся с национализмом.
там. С ненормальным отношением. Со стороны местных армян. Они называли нас турками, шуртвацами, людьми второго и третьего сорта. Вы знаете это? Ты знаешь, в 1947 году, когда была миграция в Армению зарубежных армян, члены моей семьи тоже поехали туда жить. Их называли Ахпар. От слова «ахп» — «мусор». Все армяне из Ливана и диаспоры столкнулись с этим. Ты знаешь, мне больше 80 лет. Я слышал всю эту гадость всю свою жизнь. В 17 лет я покинул Ливан, где армяне, 300 человек, убили друг друга, это в Ливане, в 58 году. Дашнаки, гончаки, всякое Г, я просто удрал оттуда. Вы помните это, все это видели? Да, я тогда был там. Это не какие-то абстрактные люди погибли, погибли те, кого мы знали. Армяне убивали друг друга зачем? Какая причина? Это 58 год. Был большой раскол среди армян. Как мой отец, который был за Армению, хотя она была коммунистической, но все равно нашей. А партия дашнаков говорила, так как мы не контролируем там. Ты знаешь, в армянских магазинах там был знак, надпись, если ты не дашнак, значит ты не армянин. Это в Ливане, там, где я вырос, у армян. Это уже врожденное бить друг друга. Частично я это могу понять, был геноцид. Это было первое молодое поколение, которое появилось. Оно было без надежды. Они ничего не могли сделать, они были парализованы. Они были задействованы ЦРУ, действовала в партии дашнаков, а КГБ действовала в другой партии. Эта борьба продолжалась. И потом мы стали сражаться друг с другом и убивать друг друга. И эта борьба не остановилась. В Лос-Анджелесе, я первый раз слышу это, в Лос-Анджелесе, брат, долбанный Лас-Вегас, я не знаю, сколько армян живет в Лас-Вегасе, там две долбанные церкви. Там не так много армян. И священник одной церкви не разговаривает со священником другой церкви. Они двое христиане, армяне. Та же армянская апостольская церковь? Да, одно и то же. Одно относится к Эчмиадзину, а другое — к киликийскому католикосату. Они хаяли друг друга. Я был там, я жил там 2 года, хотел что-то создать там. Я был под влиянием моего отца-коммуниста, но потом он стал масоном, он разочаровался во всем этом дерьме. Слава Богу. Но я пошел туда, чтобы открыть центр искусств, работать. Но я не мог это сделать. Молодые дашнакские парни, родившиеся в Ливане, они не могли совместно работать. Вы хотели работать с местными армянами? Меня направили открыть туда центр искусств в Лос-Анджелесе. Луи Симон, он спонсировал. Я приехал туда, начал программу по искусству. И это было настолько глупо. Священник против тебя. Да, все такое. Я скажу тебе, после того, как я написал книгу «Дикий шик», я не въездной в Армению, они отобрали мою визу. Что ты говоришь? Пашинян пришел 2 года назад, я попробовал еще этот раз. И мы почти начали проекты, чтобы я мог туда ехать, работать. Но проект был связан с тем дерьмом, что мне не дало туда поехать. И снова не получилось. Я даже поехать туда не могу.
Вы армянин, вы любите свою родину, но для вас закрыты двери там. Ну, потому что, что такое быть армянином? Это вопрос. Я живу здесь, и меня знают здесь прежде всего как человека. И когда меня спрашивают, я говорю, что имею лишь армянское происхождение из прошлого. Я там вырос. Но постепенно, с 17 лет я отвергал, отбросил эти партии в Ливане. Потом приехал сюда, увидел эти национальные проблемы, их тоже оставил. В Армению поехал, жил, в Шуше жил. Это все делал, но в конце... Есть такой интересный американский поэт Эмерсон, очень интересный философ. Он в конце говорит, что ты только самого себя можешь спасти. Нет спасения для нации, группы. Ваша история очень интересна. Каким-то образом она похожа на мою историю. Потому что, когда я приехал в Армению, мне было 16 лет. Я приехал в качестве армянина с армянской фамилией. Я приехал, но я не знал армянского, ни слова. И они начали смеяться надо мной, так как я говорил по-русски. Подобные истории вы услышите от всех бакинских армян. Конечно. Пожалуйста. Когда я жил в Карабахе, встречались с людьми, сидим в ресторане с хозяином, смотрим, люди заходят. И он по их виду и походке говорил, что это ереванцы, им не доверяй. Это в Карабахе. Карабахцы ереванских не любят. Никакой связи у них нет. Во-первых, это не одно и то же. Два разных народа. Как в Афганистане. В разных углах люди друг друга не признают. И армяне от них не отличаются. В каком году вы были в Карабахе? В 2001 году, 20 лет назад, а когда начался этот конфликт, вы были в Ереване в 1988 году. апреля я там был, еще до Сумгаита. Апрель 24-го. Встречался со знаменитыми армянами, с Сильвой Капутыкян, потом этот карабахский писатель, не помню его имя. Зори Балаян. Вы встречались с Зорием Балаяном? Да, 24-го. С группой армян. Там был Ара Шираз, сын поэта Шираза. И там были разговоры, пока не было еще Сумгаита. Там был вопрос, что в Нахчеване армяне убили двух азербайджанцев. Армяне забыли потом про это. С того все началось, вся эта война и конфликт. Есть политические вещи, которые для меня очень удивительны. Группа людей с Зорием Балаяном едут в Ереван. Договариваются с русскими. Если поможете нам с Карабахом, и мы поможем вам в войне с чеченцами или с другими мусульманами. Русские армянам помогли тогда. Сами армяне не смогли бы победить Азербайджан. Русские... решили, русские помогли армянам. Очень сильно помогли. Оружием, самолетами. Все от русских было. Вы тогда все это видели там? Да.
В Шуше, например, когда я был, встречал много людей вооруженных. Мой водитель, он был оттуда. Я его называю телохранителем. 80 азербайджанцев он убил там. Камнем брал за голову, бил, разбивал. Я спрашиваю, как ты это делал? Он сказал, что первый раз очень трудно, не знаешь, как бить, чтобы разбить голову, сразу не умирает. А потом, если наловчишься, можешь много так убить. У меня там было много учеников, в воскресенье сажал детей из города Шуша в машину. Мой водитель тоже имел ребенка, ездили на пикник, еды не было, барашка резали, мясо ели. Мальчики и девочки там сидели, 15 человек, кушали шашлык. Мальчик попросил рассказать отца, как он топором головы отрубал. И он начинал рассказывать, одновременно едят шашлык, и истории слушают такие. Эта нация построена на этих рассказах и историях. Убивать турков на этих историях, они там растут, дети. Я сказал, что при мне такие истории не рассказывай. Я с ума схожу. Но много узнал за 6 месяцев. Те, кто воевали, когда туристы туда приезжали, они рассказывали эти истории. Многие выдумывали все эти героические истории. Те слушали, как били, убивали, разбивали. Вот, мол, настоящие армяне. Постоянно рассказывали эти истории. Это уже как сказки. Люди хвастаются этим. Да. Я был на обедах с людьми из власти, когда люди из диаспоры приезжали, всегда на обед шли, все пьют. Такие истории рассказывают, как избивали, как убивали. А все из-за границы диаспоры пьют и пьют, так знаешь. То есть там такое зверство. Но для них это национальный вопрос. Зверство и национальный вопрос — знак равенства, одно и то же. Да, да, они взаимосвязаны там, так что не убежишь. Он говорит, что земля — это моя жизнь. Земля кровью завоевана. Если я буду умерщвлять других, или я умру сам. Без разницы. Ереванские отличались, они видели мир. А карабахские, они были такие. И всегда такими были. Интересно, один день мы пошли, приехали люди из диаспоры. Там один был, который сказал, что вы хайваны, вы воевали с азербайджанцами. Если бы вы с чеченцами воевали, то что бы с вами было там? Потому что они мусульмане. Поэтому армяне русским помогают. Когда русские захотят разобраться с турками, армяне тут как тут, они готовы, в конце концов. Они это и сделали, знаешь. Они продали народ. Зори Балаян. И не подумали, что 200 тысяч армян живут в Азербайджане. Я встречал многих оттуда. У них были рестораны там. Нормально они жили там. И не спросив их, вот этот национальный вопрос, но сделали это, не спросив этот народ. Я не о демократии говорю, но хотя бы спросили мнение этих армян из Баку. Они считают себя интеллектуалами. Дня одного не работали руками своими, не знают, что такое работа вообще. Но это сейчас в мире норма. Здесь у нас тоже один такой по имени Трамп. Кто-то открывает, видишь ли, новый путь, собирает последователей, покупает оружие. То же самое все. Хуже всего то,
что за эти 20 лет столько плохого там сделали эти карабахцы, что сейчас, если азербайджанцы придут туда и увидят, что все эти мечети, кладбища полностью разбиты и уничтожены, разобраны, я такое видел там, с могилами, что мне сейчас стыдно это рассказывать. Мне стыдно как человеку. Не как армянину, а как человеку. А что вы там такое стыдное видели? Я туда ходил и видел. Могилы, богатые азербайджанцы. Их могилы, плита там, белый мрамор. По-моему, из Румынии. У богатых было. Голова человека со стороны камня. Они делали отверстие, доставали череп, золотые зубы все вырывали, череп выбрасывали и уходили. Идешь на кладбище, черепа валяются. На всех могилах там отверстия и головы вытащены из могил. Если вдруг азербайджанцы туда придут, и если все это увидят, я одно не понял, трупы вытаскивали? Да. На могиле, там, где сторона головы у похороненного, делали отверстие. Пока до головы доходили, череп вытаскивали наружу, вырывали все золотые зубы. Если бы ты это видел, потом... Это нечеловеческое. Мне присылают люди, как турки... Хачкары разрушают. Но я всем говорю, что если ты свое собственное преступление не хочешь замечать, не указывай пальцем на другого. Такие зверства я там видел. Невозможно представить даже. Строение в Шуше, там лестницы, ступени, все они из мрамора. Если азербайджанцы туда придут и поднимут эти плиты, то увидят, что эти могильные плиты их родственников. Вы сами видели эти камни? Да я там был во время этой стройки. Это лестница была? Да, лестница. Приблизительно 30-40 камней. Я сам скульптор. Они мне предлагали даже этот мрамор. Какой кусок захочешь, сломаем, принесем тебе. А как они объясняли эти камни? Ведь они из кладбища. Что у них святое что-то было? На одной стороне могильного камня надписи, а на другой ничего нет. Клали вниз надписью. Виден бы только мрамор. А если они его вытащат и поставят так, то увидят, что эти камни умерших из их семей. Там надписи были, понимаешь? Я вам хочу сказать, что они уже обнаружили это, они увидели это. Они говорят уже об этом. И это просто ужасно. Теперь для меня стоит вопрос, чтобы снова не было резни из-за этого. Они просто с ума сойдут, если они увидят это. С ума сойдут. Увидят мечети, забитые мусором. Я скажу, я был там 2 недели, как я там был из 6 месяцев. Там с одним известным поэтом нас водили там по Агдаму, зашел в мечеть и поднялся наверх мечети. Агдам. Я посмотрел оттуда вниз, и мне вспомнилось, как мой отец рассказывал, в 4 годика он во время резни был изгнан. Сверху из мечети я посмотрел, там ведь жили люди, 30-40 тысяч. Также они убегали. И я заплакал. Когда я спустился, тот поэт увидел мои заплаканные глаза, и потом на всех собраниях он мне говорил: «Ты Брут, тот, кто убил Юлия Цезаря, был его близким другом». Он меня называл Брутом. Он не мог представить, чтобы армянин плакал о смерти турок.
Как вы объясняете? Это же человек-интеллигент вроде, как будто. Как вы объясните этот образ мышления, такой подход, такое понимание? Если это говорит интеллигент, так называемый интеллигент, что можно требовать от обычных, простых людей тогда? От большинства людей что ожидать? Все же я встретил немного хороших людей там. Людей с хорошим, добрым сердцем, они также попали на войну. Кто-то водил танк. Я встретил парня, у которого был хороший армейский друг азербайджанец. Они служили в армии вместе. Когда вернулись, построили дома, были друзьями. И вот он оказался потом в Шуше и жил в доме, который был захвачен у азербайджанцев. Но он постоянно говорил, что ждет тот день, когда увидит своего друга снова. Он скучал об этом друге, друге детства, азербайджанцы. Есть люди, некоторые люди с каким-то состраданием все-таки, но ты не имеешь права идти против образа мышления группы, национализм, враждебность к другим, как это черт все называется, и нет выхода из этого. Вся их ежедневная тема, что они это снова с нами сделают, то есть турки снова это сделают. Они этим живут каждый день. Это все то, о чем они думают. Они снова сделают. Смотри, они ведь сделали. Это их моноизм. Там, где есть это моно, то есть я, это моно. И там, где это моно, ты должен верить, что ты лучше всех остальных. Когда я был в Карабахе, армяне мне говорили, что азербайджанцы, они как ослы. Я спросил, почему ослы? Что они сделали? Они пастухи. А я спрашивал, вы же любите есть баранину? У кого ты купишь? У пастухов. Замолчи, если ты не хочешь сам заниматься этим. И тогда я брал таких людей в мечети, там же, в их дворцы, в Шуше, которые были сгоревшие, показывал им там стены, фрески, расписанные художниками, роскошные комнаты, расписанные, полы, мечети, наполненные фресками. Потом в городе Шуша была мастерская, 400 азербайджанцев там работали, делали дудуки, кеманчи. Такая культура, на каждой улице памятники их поэтам, которых, конечно, воровали, уносили потом. Там жили занимавшиеся культурой люди. Армяне привезли с собой свой зирзибиль. Оттуда. Привезли это в Лос-Анджелес. И все еще об этом говорят. Если прийти в их клубы, с ума можно сойти. Они все еще говорят такие вещи. Представить нельзя. Этот человек колледж закончил. Он юрист. А такое говорит. Отсталое, отсталое мышление. Идеология. Каким-то образом полурелигиозное. Как некий суррогат, эрзац, подделка. Это искусственное все там, все эти подходы неестественные, не свойственные нормальным людям. В Армении проблемы сделать выставку, потому что пока священник не благословит мероприятие, выставку делать нельзя. В 2001 году представители современного искусства хотели в Большом музее провести выставку. И было много проблем. Пока епископ не благословил, мы не могли открыть. Это люди искусства. В музее не могли. В Лос-Анджелесе я много попыток делал собрать эту партийную молодежь. Нужно было всегда идти к епископу, чтобы получить разрешение.
Они продали армянский народ. Говорят, если не христианство, мусульмане нас все съедят. Крутят эту тему постоянно. Интересно, я расскажу, когда я был в Шуше. Один день сидели там, ждал, и вдруг вижу издалека с английским флагом идут люди. Большая группа, много людей с английским флагом. Подошли. Напротив ресторана было место на отдых. Я, как владеющий английским, подошел к ним, начал говорить: «Что вы тут делаете в Карабахе?» Леди Кокс, такая женщина есть, парламентарий из Англии. Она 50-60 раз там была уже. Деньги привозила. Тема, что это христианская земля. Я посмотрел ее веб-сайт. Ее тема: «Спасите христиан от исламских когтей». Вот они так действуют. Христиане, спасите нас. Так они связаны друг с другом. Никаких выставок искусства. Об интеллекте, каком ты говоришь, его там нет. Я имею в виду в массе людей. Но по отдельности есть, но в группе нету. Если становишься членом какого-либо комитета по образованию, все тогда. Христиане. И проблема в случае с армянами — этот моноизм. И в церкви тоже моно. Мы против ислама и так далее. Недавно в музее «Метрополитен» армяне сделали свою выставку. В «Метрополитене», в Большом музее. Я сказал, что мне идти туда и что-то смотреть, там вообще нет смысла. Все забито было религиозными книгами, хачкарами. Но я не тот армянин. Есть христиане и армяне, но я к ним не принадлежу. Когда мне задают вопрос об армянах, например, я говорю, что для вас, тех, кто говорит, что они армяне-христиане, для вас только армяне-христиане, настоящие армяне. А для меня 30 миллионов людей есть. Точно таких, как я генетически. 3 миллиона в Турции. Точно такие же гены, как у меня. И не то, что турки их исламизировали насильно. Они сами приняли это все, выбрали это. В Иране есть, среди курдов есть, в Азербайджане. Всех, если рядом поставить, с той же генетической системой, как у меня, 20 миллионов есть. Из которых только 2-3 миллиона армян-христиан. Но среди азербайджанцев в городе Шуша я знал женщин, имевших детей из Азербайджана. Они убежали оттуда. Вышла замуж за русского. А русский потом оставил и удрал. Не приехал в Карабах. И даже мои ученики там в Шуше, хотя у ребенка мать армянка, считали этого ребенка турком, так как он родился в Азербайджане, издевались над ним. Да, турок, отуреченный. А эти дети были тогда со мной, я обучал их работе. Мальчики, они не хотели с ним разговаривать. Это вид такой дискриминации фактически. Все время. Вы были в Армении, вы были в Карабахе. Вы не взяли с собой оружие туда, а вы взяли ваш инструмент. Это резец скульптора. Вы поехали туда с этим. Это была, ну, такая мирная поездка. Там не было темы войны, не было идеи войны, не было националистической какой-то идеи в вашей поездке. Как же люди встречали вас там? Как они воспринимали вас тогда, там, в Карабахе, то есть?
Многие люди были полностью удивлены, как я остался вообще жив в Шуше, так как в Шуше жило всего 1000 человек. Все они были военными преступниками и убийцами. Они начинали конфликт по любому поводу. У меня был телохранитель с машиной всегда. Каждый день он был со мной. Тот самый, который убил 80 азербайджанцев. Ко мне не очень могли подходить, чтобы драку устроить. Также интересно, что несколько раз были ситуации очень конфликтные у меня. Вы что-то, видимо, перечили им, говорили против, и они начинали драку. Да, со мной были мои ученики, 7-8 детей. И там говорили на темы. Потом они шли домой, делились дома. Как там воспринимали это? Молодые люди были возле меня. Я обучал их ремеслу, чтобы они могли зарабатывать. Поэтому те семьи не делали мне проблем. Но были места, где вышли против меня военный человек. Местный человек? Да, местный. С вопросами, с проблемами. Один из вопросов был очень конфликтный. Я зашел домой, закрыл дверь на замок. Ночью дверь моя начала двигаться. Кто-то будто хотел войти. Я взял топор, был готов. Если кто-то войдет, получит топором по голове, без всяких вопросов. Если пройтись по городу Шуша, посмотришь на здание, когда армяне пришли с оружием, захватили этот город, с ними пришли каменщики. Что было написано по-арабски на всех зданиях, на источниках воды? Все резцами соскоблили. Там больше нигде нет арабских надписей. Нигде. Все убрали. Однажды я приехал в Ереван с друзьями. В Ереване есть кафе «Поплавок». Там в «Поплавке» сидели впятером. Приехал туда президент Армении тоже. Тер Петросяна? Тер Сарстисяна? Верчина? Кочаряна? Кочаря. Кочарян приехал туда с Шарлем Азнавуром. Приехали, вошли в кафе. Немного посидели, поговорили. И когда они уже выходили оттуда, один военный, знакомый Кочаряна, пьяный сильно, подошел и что-то сказал Кочаряну. Этого человека оттолкнули его телохранители, и Кочарян ушел. Через несколько секунд этот пьяный спустился вниз. За ним пришли через комнату от меня, там, в туалете. Завели его туда, били по голове, голову размозжили, пока он умер. Убили? Убили. Люди все там сидели, оркестр играл джаз. Никто не встал с места. Все просто окаменели так. То, что я это увидел, я сказал, все, я покину, уеду отсюда. Этим зверством там нет конца. Многие обиделись на меня и писали мне, что там написано, что это национальный вопрос и тому подобное. Что случится, если вдруг эта книга попадет в руки к азербайджанцам? Увидят, какие мы звери. В Америке среди армянских писателей сказали, что я самый правдивый армянский писатель там. Те, кто читал эту книгу, говорят, как может армянин так правдиво писать? Я удивился, когда я прочитал эту книгу. То есть я нашел веб-сайт. Где некоторые выдержки из этой книги. Я удивился, я просто был поражен этим рассказом, этим историям.
то, что вам рассказывали эти местные жители там. Тот, например, водитель, шофер и другие, как они убивали. Как один убил 10 азербайджанцев, 9 азербайджанцев, и 10-я была армянская проститутка. Женщина. Ужасные истории там. Да, там полно всего этого. Шесть месяцев прожить там для такого человека, как я, человека извне, было по-настоящему искушение. Ты не сможешь точно. Давай скажем короче, ты не сможешь этого. Я не знаю, как я смог. Я вообще не думал, что столкнусь с подобным там. Это что-то феноменальное. А вы были знакомы с Монте Мелконяном? Нет, я его не знал. Он не в мое время там был. Ты же знаешь, разные движения были. Он работал с дашнаками. Ты же знаешь о дашнаках, партия. Когда я был ребенком в Ливане, я ни разу не ходил в район, где жили дашнаки. Они были врагами. Они говорили, если ты не дашнак, значит ты не армянин. Я не мог туда пойти, потому что я для них не был армянином. Так мы росли, ты понимаешь? Эти партийные дела все еще есть в Лос-Анджелесе. Везде, если кто-то дашнак, то он не может меня любить, потому что я не дашнак. Они будут против меня по-любому. Моих противников все больше. Люди искусства, которые ездили в Карабах, и те, кто-то, кто меня знал в Карабахе, спрашивали у них обо мне. Как вы относитесь к конику Кардашу? Дашнаки все говорили, он негодяй, скотина, подонок, предатель. Они с вами хорошо были знакомы? Конечно, конечно. Я всегда пытался совместно работать, приходить к какому-то пониманию, просто по-человечески. Но не получалось, потому что есть проблема с этими партийными, с дашнаками. Молодые парни, жившие в Ливане, вместе с оружием в руках, плечом к плечу. И вот два, это оба, потом приезжают в Лос-Анджелес. Они не могут избавиться от своей партийности. Так как доверяют другим дашнакам, понимаешь? Между ними доверие есть. Они жизни доверяли друг другу. От этого они не могут освободиться и стать моими друзьями. Тогда они становятся национальными предателями. А он был из вашей семьи, член семьи? Да. Церковь там тоже во всех вопросах участвует. Играет главную роль там. Да. Своими догмами давлеет над людьми. Страх наводят постоянно. Вы рассказываете об архиепископе там в книге, что он заказал себе священническую мантию за 10 тысяч долларов. А как имя этого архиепископа? Паркев? Да, да, Паркев, Паркев. Такой боевой. Но ты знаешь, по-турецки называют таких хопух, любящий пить, курить, женщин. Такой человек. Всегда коньяк, всегда хорошая сигара. Кататься по миру с кредитной картой, делать, что хочет. Та мантия за 10 тысяч долларов была уже слишком.
Люди уже узнали об этом. Но когда за границей, когда они прилетают в другие страны на свои съезды, в действительности армянские религиозные деятели сегодня заняли место интеллектуальной элиты. Все финансы у них в руках, все народные деньги у них. Они везде, они заняты защитой нации. Они открывают школы, чтобы учить армянский. Налогами они не облагаются. Деньги умирающих переходят к ним. Так они и живут. Я близко знаком не только с этим, но и с Иерусалимского епископа знаю, патриарха. Он, как и этот карабахский хапох, с женщинами, курящий сигары человек. Они так живут за счет народа. Интересно, я скажу тебе, ты знаешь, Мальта. Мальта. Так вот, посольство Мальты устроило обед, и русский посол там был, и другие, и посол Мальты говорил и объяснял, что они, как народ, как культура, состоят из множества народов и культур, которые приезжали когда-то на Мальту со всего мира. Там и мусульмане, и христиане были. Он говорит, что у них собран весь мир, и они гордятся этим. Не что-то одно обособленное, а универсальное. Они любят это, они гордятся этим. Когда армяне говорят, что пришли монголы, я говорю им, как хорошо, что монголы, они не были ослами, у них был Конфуций, Лао-цзы были. Все оттуда пришло, и я это все принимаю. Не все люди ослы. В 12 веке, например, я бы не оставался в Армении. Я бы удрал оттуда. Переехал бы в Персию. Потому что в 12 веке в Персии была алгебра, геометрия, поэзия. Много чудесного было там. А армяне... Конечно, бы все это оставил и удрал бы оттуда. Как я и из Ливана уехал. Оставил. Но потом, как обязательство, ты возвращаешься и помогаешь, но в этом возвращении и помощи я не хочу быть такими, как они. И не хочу, чтобы они были такие, как я, но я хочу быть самим собой. Если они хотят быть такими, как я, это их дело. Bye. Good luck to you. Bye. Good talking. Yalla. Bye. Yalla. Bye.